Ну вот, 28 февраля, 9 часов вечера, ночные полеты в Батьяме. Народ развлекается. Заканчиваем 8:08. Заканчиваем 10 час полета. Сейчас попробую снять все это дело, все это безобразие с воздуха. Как это выглядит. Наконец-то у меня дошли руки поснимать наши ночные полеты. Плохо, эта камера плохо снимает, она не предназначена для ночных полетов. Ну, что есть, то есть. О, я тебе немножко 2 секунды побеспокою. Выдернусь и... Так-с. И вот так-с. Отлично. 28-е. Ночные полеты. Вова, осторожно! Вова, я крыло открываю. Так, пока не очень сильно, пока держит, но не очень сильно. Так, так. Ну что, попробуем, будет держать или нет. Грудь вперед и побежал. Обычные ночные полетики. Сейчас посмотрим, что у нас будет с погодой. Как нас будет держать. Что у нас будет получаться. Вот идем вдоль набережной. Светят огонечки. 9 часов вечера. Полный. Опять телефон. Да? На телефон я не буду отвечать. Извините. На телефон отвечать не буду. Ну и вот мы. Выше немножечко добираем. Вот такая красота. Можно набрать выше, пойти к домам. Там будет держать получше. Давайте в окна позаглядываем. Маешь рану похоронить. Вот я лечу мимо своего дома. Можно в окошке позаглядывать. Вот как раз мой салон. Прекрасно. О, народ тусуется внизу. Мы выбираемся.
100 метров. Вдалеке виднеется Тель-Авив. Внизу под нами Бат-Ям. Вон Олежка пролетает подо мной. Низковато он скребет. Развернулся бы и ушел бы направо. Сзади вон шикарная луна. Большая, желтая. Ну ладно, надо садиться, чтобы народ не расстраивался и всех выпустить полетать. А то Маша вот внизу сама. Вот домики под нами. Я специально не выбираюсь выше, можно выбраться выше, но... Как дела? Дима, как дела? Порядок? Мы разворачиваемся с Димой. Ночные полеты под Ям. Венговеры. Приземляемся потихонечку, плавненько сюда вот к ребятишкам, потихонечку. Толик, осторожно. Толик, тут я сажусь аккуратненько, осторожненько. Приземлились и садимся. Отлично, вот такие ночные полетушки у нас в Бат-Яме происходят.